Менять или нет, температура воздуха в Саратове в ночные часы уже опускается ниже нуля. Одни автолюбители уже поспешили на шиномонтажки, говорят, пока очередей нет, да и машина к зиме будет подготовлена. Другие пока тянут с замены резины, объясняя, что еще рано. Мы решили обратиться к автоэксперту Виктору Мартыненко. Он и расскажет нам, когда стоит приобувать автомобиль. Виктор, скажите, когда же необходимо менять резину? С приходом холодов каждый автолюбитель знает, что необходимо перебывать резину. Но вот только когда это делать, большинство, к сожалению, ставит жирный вопрос. И я вам одно могу сказать. Как только температура начинает уходить ниже 5 градусов, необходимо сменить летнюю резину на зимнюю. Летняя покрышка становится при таких температурах жесткая, как пластик. Мягкая резина, соответственно, лучше цепляется за покрытие. И для этого зимняя резина существует, для того, чтобы лучше цепляться за такое покрытие. Несмотря на сухой асфальт, зимняя резина будет работать лучше, чем летняя. А есть ли какой-то регламент, правило, сколько автолюбитель должен ездить на шипованной резине? В связи с новыми правилами рекомендуется использовать зимние покрышки в период с декабря по март. Связано это с тем, что это сказывается на безопасность и лучший тормозной путь, и, конечно же, это однозначно ваша безопасность. Спасибо. Автоэксперт Виктор Мартыненко рассказал нам, когда и, главное, зачем необходимо переобувать летнюю резину на зимнюю.